На старте выстроились больше 50 юных спортсменов, которые пришли отстаивать честь школы на соревнованиях по лыжным гонкам в рамках муниципальной спартакиады. В гонке за лучший результат участникам предстояло провести 4 забега. Дистанция для мальчиков составила 3 километра, для девочек – 2. В честь молоковской школы приехала отстаивать команда учащихся 3 класса под руководством Василия Лукина. Тренер проводит занятия по лыжному спорту в школе. Для его воспитанников это были первые соревнования. Впечатление у меня отличное. И у детей тоже. Дети довольны, рады. Мы приехали сюда не за результатом. Мы приехали просто посмотреть на лыжню, посмотреть, в общем, атмосферу этих соревнований, как будем готовиться к следующим стартам. Несмотря на то, что команда второклассников из Молокова приехала впервые, 8-летний Артем Алюжный сразу же занял 1-е место. Он отмечает, любовь к спорту привил ему тренер. Подготовка длилась долго, но результаты хорошие. Я занял 1-е место. От Развилковской школы приехали ученики нескольких классов. 6-классник Денис Фомин начал развиваться в спорте со школы. Сейчас он 3-жды победитель областных соревнований. На трассе в опаренках он пришел 2-м. У нас в школе была секция биатлона, и мама меня туда записала. Раньше я не думал о чем-то серьезном, о результатах высоких. Сейчас вот на тренировке хожу с удовольствием и горжусь своими результатами. 3-е место в своей возрастной категории занял 14-летний Никита Кугушев. Уже сейчас он нацелен на новые победы. Посмотрел на то, как катаются мальчики, мне захотелось, и в итоге на соревнование попал, начал заниматься, очень понравилось, и так получилось, что сейчас выступаю. В ближайшем будущем юных спортсменов ждет закрытие сезона. Пожелаем каждому удачи. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.